Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов. Об этом сообщил в Твиттер совместный координационный центр по поставкам зерна в Стамбуле. Из порта Черноморск корабль «Сормовский» под флагом «Белиза», перевозивший 3500 тонн пшеницы, направился в Текердаг. Судно «Старлаура» под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы отправилось из порта Южный в Иран, сообщается в публикации.